нагревается. Блин, я время забыла засечь. Да, у меня замерзли ушки. Я в первый раз снимаю в новой квартире видео. Может, маме накрасить брови? Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня мы будем с вами тестировать одну интересную вещь, которая хит в Японии и так далее. Наверное, кто смотрит мои видео, они в курсе, что мы сейчас будем тестировать. А почему именно сегодня и почему именно в таком я виде? Я, видите, в ночной сорочке практически, потому что перед сном я не накрашена. Такая вообще моя задача, чтобы... Вот у меня сейчас сложное будет видео, потому что моя задача не показывать вам вот эту правую руку, потому что она у меня... Вот левая идеальная рука, а правая, потому что я все время там то мою, то что-нибудь делаю. У меня поотвалились тут ногти. И, соответственно, я такой любитель, что если где-то что-то чуть-чуть отвалилось, я начинаю ковырять дальше, колупать. Короче, они у меня вообще убитые, вот эти ногти. И я не могу их сама себе сделать. Я записалась, теперь нужно ждать время. Поймите меня. Поймите и не смотрите на мою правую руку. Итак, так как я в последнее время очень сильно устаю, недавно в бьютики-боксике, который я очень люблю заказывать, ссылочка на эти бьюти-боксы у меня под видео. Очень люблю заказывать, потому что там все время какие-то сюрпризики приходят. Вот один из сюрпризиков — это такая паровая маска. Я подумала, она хит в Японии считается, да, тут вот все написано, сейчас мы все почитаем. И она прикольна тем, что она самонагревающаяся, сразу вас заинтригую. Я не пробовала такое, мне самой очень интересно, что значит самонагревающаяся, что будут чувствовать мои глаза. Вы знаете, я в последнее время столько времени активничаю и трачу свои энергии, и очень мало что дает мне эту энергию. Ну, понимаете? То есть я ее трачу, а вот, например, какой-то отдых или там массаж, или хотя бы там расслабиться, посмотреть фильм. У меня на это нет времени. И вот я подумала, что нужно совмещать тогда приятное с полезным. Видео снимать нужно. И расслабляться тоже нужно. Я решила расслабиться вместе с вами и с этой маской. Итак, давайте почитаем сначала, что здесь. Инновационный способ снятия усталости глаз. В те дни, когда ваши глаза особенно напряжены, комфортное нагревание поможет расслабить и снять напряжение. То, что мне надо, согласитесь? Накопившееся в течение дня. Всего 10 минут ваши глаза снова сияют. Видите, они сейчас какие-то усталые, не сияют. Посмотрим, да? Работа за компьютером, да. Накопившаяся усталость, это само собой, это хроническое. Волнение и стресс, ну, это не про меня. У меня как-то вот нет волнения и стресса. Я какой-то более... Вид уставших глаз. Вот это то, что вы мне все время пишете, что у меня уставшие глаза. Сейчас мы все поправим. Так, предостережение. Не используйте маску при наличии глазных заболеваний. У меня нету. Проблем кожи вокруг глаз тоже нет. В случае, если у вас повышенная или пониженная чувствительность к теплу, или вы проходите медицинское лечение, проконсультируйтесь с врачом, ничего такого нет. Хранить в месяц для детей. Ну и все, в принципе. Состав. Внешний слой – это нетканный материал, полиэлитиленовая пленка, клеевое основание. Внутренний слой – это теплогенерирующий состав, порошок железа. Короче, вот здесь вот я раскрываю, что такая инструкция. У меня одна такая масочка. Главное все сделать правильно, чтобы не испортить одну эту единственную маску. Значит так. Теплый пар температурой около 40 градусов в течение 10 минут мягко окутает глаза. В процессе использования пар невидим, но его эффект можно почувствовать по увлажнению кожи вокруг глаз после завершения процедуры. СПА-процедура на основе согревающего пара успокоит, снимет напряжение, ваши отдохнувшие глазки снова засияют. Ультратонкий, идеально прилегающий к коже материал, удобные ушные петли. И маска начинает нагреваться сразу после вскрытия, что делает ее удобной для использования в любых ситуациях. Гигиеничная одноразовая маска, удобно в использовании. Поехали, да? Способ применения. Индивидуальную упаковку с маской следует открыть в местах для надрыва. Так, вижу, места для надрыва вижу. Достаньте маску для глаз из упаковки. Разорвите ушные петли вдоль линии перфорации. Приложите маску к глазам и зафиксируйте с помощью ушных петель. Так, внимание, маска начинает нагреваться при вскрытии упаковки. Следует начать использовать сразу после вскрытия. Согревающий эффект сохраняется в течение 10 минут.
Ну, поехали. Сейчас она должна нагреваться. Резко. Открываю. Ничего не шипит. Пока ничего не нагревается. Короче, вот такая масочка. Чтобы я вам забываю, да? Показать же надо. Здесь вот такие ушные петли. Пока ничего не нагревается. Такие ушные петли. Две. Так. Какой стороной? Наверное, мягкая, да? Да, вот эта цветная, она должна быть. О, нагревается! Ну-ка! Ой, девочки. Нагревается, девочки. Моя рука с ногтем. Ну все, ладно. Раз я уже вам сказала об этом, вы все равно туда смотрите. Ой, классно. Вот потихоньку нагревается. Мне кажется, это нельзя использовать. У кого может быть, знаете, что, повышенное давление. Нагреваешь, когда, да, вот еще массаж камнями не делают, когда повышенное давление. Может, ну, не очень хорошо быть. А вообще, ой-ой, хорошо как нагревается. Мне нравится так. Можно я вот так прилягу? Блин, я время забыла засечь. И как же я сейчас посмотрю? Что? Где телефон этот вибрирует? Очень приятное тепло я пока чувствую. Пока ни кипяток, ни горячо. Где мой телефон? Вот он. Так далеко лежит и так громко вибрирует. Все горячее и горячее становится, девочки. Мне кажется, я 10 минут не выдержу. Так, сейчас у нас 22:28. Чтобы вы знали, как поздно я снимаю видео для вас. Все, хочется вот так вот прилечь. Давайте я попозже вернусь. Чтобы вы не наблюдали, как я тут кайфую. Вообще, вот прошло минут 5. И вы знаете, я чувствую такое странное ощущение. Вот я думала, что... Ну, честно говоря, я думала, что будет намного приятнее, да? Очень странное ощущение. Вот у тебя, ну, как бы... печет глаза как-то, знаете, вот. И не скажу, что такое ощущение, что хочется прям оставаться в этом как можно дольше. То есть я... Своего расслабления какого-то я не чувствую. Мне кажется, что было бы даже лучше, если бы было что-то холодное у меня на глазах, нежели горячее. Прям чувствую, что если повышенное давление, абсолютно некомфортно это. Хочется снять, на самом деле. Хочется снять и на что-нибудь другое положить. На ноги, например. Или вот куда-нибудь, знаете, губы. Губы или щёчки. Ушки. Вот, ушки. Класс. Ушки, да. Класс. Второе ушко. Может, разорвать ее можно? Ой, да, они две такие сами по себе, каждая. Можно разорвать. И, например, погреть ушки. Разорвать или разрезать. Лучше разрезать, конечно, но у меня с собой нет ножниц. И, как всегда, вот. Например, ушки погреть. Да, у меня замерзли ушки. Класс. Ушки класс. Вот чувствую расслабон. У меня за 5 минут глазки засияли. Я тут немного недомыла косметику. Недомыла. Может, все-таки меня расслабили немножко эти? Потому что я какая-то расслабленная, вам не кажется? Как не веселюсь, как обычно. Hey, ho! Ну, у меня еще Денька спит. Я в первый раз снимаю в новой квартире видео. Руки еще. Вот я люблю руки. Все, она остывает. Все? 10 минут не прошло. 5 минут еще. 5 минут только прошло, она уже какая-то... Она уже остывает, реально. Короче, вот такой вот суперхит. Я решила
выпустить несколько видео подряд, как бы не через день. То есть такие какие-то видео, которые масштабные, я там через день, да, выпускала. Вот это я решила коротенькое видео снять так, чтобы вставить его, чтобы каждый день было. Да, вот вчера было видео, сегодня видео, вот, и завтра я постараюсь подготовить видео. Вот, поэтому такое коротенькое решила сделать, именно протестировать эту масочку. Ну, что-то в этом есть. Если кто-то любит тепло на глаза, то это, наверное, классно будет. Я, наверное, больше люблю на глаза холод. А вот на ушки отлично. Вообще было бы классно вот такое на ноги. Вообще просто. Вот какие-то такие, знаете, одеваешь бахилы, как бы, да, и там греет. Во, я такое люблю вообще. Вот если кто-нибудь такого где-нибудь встретит, скиньте мне ссылочку в Инстаграм. Вот мой Инстаграм, кстати. Кто еще там не зарегистрирован или на меня вдруг не подписан, обязательно подписывайтесь. Потому что именно там я общаюсь со своими зрителями больше всего. У меня получается Ютуб, так как комментарии закрыты, и больше информативный такой, да, информативный, вопросительный и так далее. И потом мои самые преданные мои зрители, которым интересно со мной общаться, поддерживать связь, они идут ко мне в Инстаграм. Вот. И там мы общаемся, и я провожу прямые эфиры, с удовольствием отвечаю на все вопросы. В общем, все, я на расслабоне, пойду вот делать дела. Кстати, у меня в бьюти-боксике еще пришла также хна. Синтетическая краска хна в капсулах для бровей. Вот. Я бы тоже ее хотела испытать, но у меня татуаж бровей. И у Кристины татуаж бровей, и у Линусик Хэппи татуаж бровей. Короче, у всех татуаж бровей, я не знаю. Хочется, в общем, протестировать ее на ком-нибудь. Может, маме накрасить брови? Посмотрим. Короче, тоже хочу видео сделать отдельно, потому что это прикольные капсулы какие-то. Ну, я показывала уже в видео. Это прикольные капсулы. Такие. Мне кайф было бы их... Короче, кайф было бы протестировать, посмотреть, что получится, потому что хта непредсказуема. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, прощаюсь, желаю вам спокойной ночи или хорошего дня, если вы смотрите меня утром. И прощаюсь до следующего видео. Пока.